Компания Venevision представляет. Соня Смит, Мигель де Леон, Федро Лопес, Адольфо Кубас, Арнольдо Бетанкур в многосерийном телевизионном фильме «Мария Селест». В фильме снимались Рафаэль Бресенью, Эрнесто Балси, Арангель Делфин, Маурисио Гонсалес, Каролина Мота, Белен Диас, Анхелика Аренас, Ильяна Хакер, Эдита Артигас, Кристина Овен и другие. Адольфо Бруссо. Оператор Элио Мачадо. Автор сценария Орландо Мачадо. Продюсер Мариано Монсон. Режиссер Рафаэль Гомес. Мама, он выживет. Я не могу потерять Самарио. С ним не должно случиться ничего плохого. Он не может умереть. Конечно, выживет дочка. Он сильный. Вот увидишь, Господь тебе поможет. Верь, дочка. Мама, если Самарио умрет, я умру вместе с ним. Я не смогу смириться с его смертью. Успокойся, не говори так. Никто не умрет. У вас такая красивая любовь. Вспомни, как было у нас с мамой. Он не умрет, дочка. Но вы же слышали, что сказал врач. Самарио потерял слишком много крови. У него серьезная рана на ноге. Он может умереть. Дочка, пожалуйста. Виолетта. То же самое было и с твоим отцом. А он остался жив и здоров. Успокойся. Конечно, дочка, и потом, он очень сильный парень. И к тому же не дурак, чтобы бросить тебя в такой момент. Он не умрет. Пропустит свои свадьбы ни за что на свете. Успокойся. Успокойся, парень. Он сделал
ради меня. Я буду жить там, и мы не знаем, выживет он или нет. Это несправедливо. Что нам несправедливо? Что со мной ничего не случилось? Несправедливо, что Виолетта страдает из-за него. Я виноват. Они страдают из-за меня. Переживают это горе из-за меня. Господи. Эта женщина очень красива. Нет, она не просто красива. В ней есть что-то еще. Она прекрасна. Это значит, что у меня не плохой вкус. Я действительно не помню ничего из того, что она рассказывает. Предполагается, что я должен к ней что-то чувствовать. Тем не менее, ничего не происходит. Здесь мы вместе, но я бы не сказал, что выгляжу очень счастливо. Опять этот олень. У меня нет амнезии. У меня что-то другое. Скажите, что с ним? Состояние критическое, но наметилась тенденция на стабилизацию. Вот видишь, я тебе говорила, он выживет. Это значит, он скоро поправится, да? Я не хочу загадывать. Я просто сказал, что наметилась стабилизация, но есть очень серьезная проблема. Очень серьезная. Какая? Говорите. Я не хочу встревожить. Это очень плохое состояние. Я не знаю, можно ли будет ее спасти. Нет. О, Господи. Дочка. Не трогай меня. Все из-за тебя, проститутка. Из-за твоих проклятых мужиков. Из-за тебя. Мой друг может потерять ногу. Из-за тебя. Из-за тебя. Это я виновата, я. Мария, девочка, подожди, не уходи. Постой. Успокойся, пожалуйста. Сейчас самое главное – жизнь пациента. Я знаю, что вы переживаете, но постарайтесь успокоиться. Кстати, мне нужны два донора. Доктор, возьмите у меня сколько... Мой друг выжил. Возьмите у меня. Иди с доктором. Успокойся. Иди. Дочка. Господи, сколько несчастья. Они не звонят. Я ждала всю ночь и ничего. Телефон молчит. Успокойся, Селеста, пожалуйста, успокойся. Успокоиться? Я больше не могу держать себя в руках. Алло? 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 Да, Урасио. Это я, говорите. Мне очень жаль тебя огорчать, но, к сожалению, все вышло не так, как бы мне хотелось. Говорите. Где они? Что с ними? Нет, по телефону я тебе не скажу. Мы должны встретиться на кладбище брошенных машин. Это на 15-м километре Панамериканского шоссе. Через полтора часа. Одна. Одна, дорогая. Это свидание наедине. Договорились? Да, да. Договорились.
Что он сказал? Будет ждать меня на 15-м километре панамериканского шоссе на кладбище брошенных машин. Я должна приехать одна. Нет, мне это совсем не нравится. Этот тип опасен, селектор. Что же нам делать? Я полечу на своем корабле «Сатурн-4», освобожу их с помощью атомного луча. Нет, Ларри, спасибо, но этим надо заняться самому. Кто-то должен с тобой поехать, Селеста. Я не могу, потому что этот тип сразу же меня узнает. Я поеду. Нет, нет, тебе нельзя. Он тоже узнает. У нас только один выход. Найти человека, он никогда... Ящерица, как ты поживаешь? Прости, что я беспокою тебя во время твоего медового месяца, но мне нужно рассказать тебе кое-что очень важное. Пусть сообщат в полицию. Только бы Селеста боялась за меня и сообщила в полицию. Важно, что будет со мной. Если трусы не убили меня до сих пор, я не думаю, что они осмелятся сделать это. Кто ты на меня уставился, старый дурак? Я тебе глаза выколю, чтобы ты не смотрел на меня так. Достаточно я тебя терпела все эти годы. Я выполняла твои... А ты унижал нас с Тиберио. Тебе не заплатили бы и половины того, что я тебе дал. Чего вытаращился? Я не позволю тебе так на меня смотреть. Ты все равно не заставишь меня замолчать. Ясно тебе? Злобная истеричка. Дай бог, чтобы я никогда тебя не видел, крыса. Дай мне хотя бы полюбоваться окрестностями. Ну вот, я знал, что здесь что-то не так, потому что эти типы мне совсем не понравились. Они обращались со стариком, как с мешком картошки. Бедный дедушка. Скажите, Качаса, вы разглядели его? Как он? Я его видел, он сидел, как мумия. Правильно, нет сомнений. Это мой друг Мумия. Друг португалец только что видел нашего друга в большой опасности. Несомненно. Качаса, кто были эти люди? Вы можете их описать? Конечно, их было несколько. Но руководил этой шайкой светловолосый тип. Лысоватый. Не такой лысый, как я, а так, наполовину. У него голубые глаза, он похож на немца. С ними была женщина, одетая в черное и с пучком на голове. Кажется, я видел ее в этом доме. Были еще какие-то типы. Они обращаются со стариком, как с ненужной вещью. Мне было так его жаль. Октавия с ними. Я не должен был ей доверять. Качаса, вы не слышали, что они говорили? Куда они поехали? Этого я не расслышал. Нет. Я должна ехать на встречу с Орасио. Пойду переодеваться. Нет, Селеста, не спеши. Ты поедешь, но только не одна. Сеньор Качаса, вы не трус? Я смелый, и у меня есть нож. Только смотря для чего. Надо защитить Селеста от большой опасности. Тогда говори, куда ехать и кого надо убить. Ради ящерицы я пойду на все. Поэтому я здесь. Я хочу попросить вас сделать официальное заявление. Вы должны дать показания против Эдуардо Лопеса, чтобы мы смогли его привлечь. Теперь вы будете действовать. А что толку, офицер? Зачем, если мой друг может потерять ногу из-за этого ничтожества, которого вы выпустили на свободу? Скажите, сколько лет тюрьмы для этого типа могут вернуть ногу моему другу? Ответь. Сколько лет тюрьмы избавят от инвалидности моего друга? Не лишай себя последнего шанса, не совершай ошибки. Эту проблему можно решить. Можно преодолеть. Я не справлюсь с чувством вины, сеньор Родольфо. Мне будет стыдно.
смотреть в глаза Самарию, если он станет инвалидом. Инвалидом, Пресвятая Дева, какое несчастье! Ради Бога, девочка, ты не виновата. Не ты была за рулем этой машины. Но ее вел этот тип. Мое прошлое. Всему виной сеньор Родольфо. Знаешь, дочка, что я тебе скажу? Я не должна вмешиваться, но я скажу. У всех у нас есть прошлое. И пусть найдется тот, кто первый бросит в тебя камень. Сойла права, мы все здесь грешники. Ну, положим, не все. Сарита, не подбрасывай дров в огонь. Гуана Бока. Я не могу остаться. Я стала жить в этом доме и обрела уважение к самой себе. Я не позволю, чтобы чьи-то снова заставил меня унижаться. Я не могу. Не могу запятнать свою единственную любовь в жизни. Я очень его люблю. Вы же сами слышали. Он назвал меня проституткой. Клянусь вам, я никогда больше ей не буду. Никогда в жизни. Я буду ходить с высоко поднятой головой. Я буду достойным и честным человеком. Докажу всем, что я... порядочная женщина. Я могу жить нормально. Спасибо за все, сеньор Родольфо. И прощайте. Постой, девочка, подожди, послушай меня. Куда ты пойдешь? Куда? Я не знаю. Знаешь, мне вдруг пришло в голову, а что, если тебе пойти к Марии Селесте? Она может тебе помочь. Мария Селесте? Да. Хорошо. Я поеду к ней. Спасибо, сеньор Родольфо. Храни тебя, Господь. Мы потеряли еще одного хорошего человечка. Я здесь, Орасио. Я приехала. Что тебе нужно? Где мой дедушка? Где мой муж? Ты быстро приехала, Селеста. Подойди. Качаса вызывает Колумба. Я вижу неподалеку одного типа, который прикрывает своего шефа. Оставьте его мне, Колумб. А сами занимайтесь ящерицей. Поняли? Да, связь. Отлично. Мерзавец. Она стоит слишком близко к нему. Что вам нужно, Орасио? Я ничего не хочу есть. Мне не хочется. Я даже не знаю, что я люблю. Мне нужен специалист, который бы помог мне. Амнезия меня пугает. Пойми ранее. Сантьяго, возьми себя в руки. Орасио, твой домашний врач. Он сказал, что это нормальное состояние. Ты постепенно все вспомнишь. Для этого я здесь, дорогой. Я отвечу тебе на все вопросы. Ну, например, ты хочешь узнать твое излюбленное меню? Нет, я хочу выйти отсюда и посмотреть город. Хочу выйти из этого заточения. Что это за тайны? Никаких тайн, Сантьяго. Дело в том, что из-за амнезии ты много растерялся и
Не можешь во всем разобраться сразу. Я хочу выйти. Нет, Сантьяго, ты не выйдешь на улицу в таком состоянии. А вдруг с тобой что-то случится? Я хорошо себя чувствую. Сантьяго, пожалуйста. Мне не здоровится. Что с тобой? Что с тобой? Кружится голова. И ранее. И ранее. Что с тобой? Ты боишься, Селеста? Если хотите знать правду, да. Я боюсь. Но, полагаю, мы не будем обсуждать здесь мои страхи. Побольше уважения. Здесь командую только я. Вот это мне нравится. Будь послушной девочкой. Мы начинаем понимать друг друга. Не знаю, я не хочу причинять вреда твоему дедушке. Этот сеньор мне очень симпатичен. И твоему мужу тем более, хотя этот сеньор мне совсем не нравится. Но так думаю я. Но я не знаю мнения Октавии, которая заботится о твоем дедушке. Не тем более мнения Ирании, которая ухаживает за твоим мужем. А вдруг у нее будет приступ бешенства, и она его прикончит. Я вас прошу, скажите, наконец, что вы хотите, Орасио? Денег. Я хочу только одного. Денег. Тогда почему вы сразу не сказали об этом? Мы не стали бы сюда ездить и заниматься глупостями. Вы же прекрасно знаете, что я не могу дать вам эти деньги, потому что я не имею права распоряжаться состоянием Идальго. Есть только два человека, которые имеют доступ к деньгам. Мой дедушка и Сантьяго. У него есть доверенность, и вы знаете. Да, да, я все это знаю. Но твой забывчивый муж не умеет расписываться. Или он не умеет расписываться, или он нас обманывает. Что со мной было, Сантьяго? Не знаю, у тебя был обморок. Обморок? Значит, Орасио прав. Конечно, это из-за беременности. Беременность? Да, дорогой, я беременна. Мы с тобой ждем ребенка. Ребенка. У нас будет ребенок? Что это за новости ранее? Такие новости делают счастливыми все семьи. Я даже не знаю, как к этому относиться. Ирания, скажи, что это неправда. Нет, правда. Да, Сантьяго. Я в положении. С нами уже было такое когда-то. Орасио, вы ничего не говорите. Мне кажется, мы напрасно теряем время. Помолчи, Селеста, я думаю. Я полагаю, это только слова. Селеста, не вынуждай меня воспользоваться этим пистолетом. Я не верю, Орасио, что вы так глупы, чтобы убить меня. Слишком много людей знают, что я здесь с вами. Вы добьетесь только одного. На вашей совести будет убийство. Я единственный человек, который может достать для вас деньги, которых вы так желаете. Идите лучше сюда. Орасио. Посидите со мной. Успокойтесь. Будем относиться к этому как к сделке, выгодной для вас и для меня. Идите сюда.
Давайте присядем. Садитесь. Ты хочешь со мной договориться? Совершенно верно. У вас дедушка и Сантьяго. А у меня деньги, которых вы так жаждете. Так что усаживайтесь поудобнее, успокойтесь и будем договариваться. Договариваться. Колумб на связи. Доложите ситуацию. Ситуация под контролем. Мне кажется, ящерица уговорила этого типа пойти на переговоры. Они разговаривают. Наша ящерица очень умна. Она его обманет. Она молодец. Ты уверен? Она совершенно ничего не боится. Как говорится, настоящая женщина. Ты в моих руках, Селеста. И твои близкие тоже. Не будьте таким самоуверенным, Орасио. Знаете, что от этих двоих вам нет никакой пользы. Только я могу достать для вас желанные деньги. Да. И что же ты мне предлагаешь? Мы должны вести себя разумно. Вы хотите узнать, обманывает ли вас Сантьяго, и может ли он подписывать бумаги? Отвезите меня к нему. Я вас уверяю, что сумею его убедить, подписать вам этот документ. Я не думаю, что у тебя получится. Пожалуйста, Орасио, поверьте мне. Нам обоим это выгодно. Вы получите деньги, а я получу назад своих мужчин, как вы их называете. У вас нет другого выхода. Это единственный и самый лучший. Дедушка Марии Селесты похищен, боже мой. А где она? Она поехала на встречу с похитителями. Но она поехала не одна, надеюсь? Я уверена, что за всем этим стоит Ирания. Она способна на все. Мануэль, я ведь тоже в больнице. У нас несчастье. Ничего не говори Марии Селесте. Бедняжке хватает своих собственных проблем. Я вам перезвоню. Боже мой, неужели может быть столько несчастий сразу? Что с тобой, дорогая? С кем ты разговаривала? Я звонила Марии Селесте, хотела рассказать ей про Самарио, но этой девушке ужасно не везет в жизни. На нее свалилось столько неприятностей, просто казни египетские. О чем ты беспокоишься? О том, что у нас нет денег. Как нам спасти ногу несчастному Самарио? Как мы заплатим за операцию? Вот о чем я волнуюсь. Я вам тогда зачем? Сделаю я. Я же я твой муж. Речь идет о счастье нашей дочки. Да благословит тебя Господь. Подружка Марии, что скажешь? Добро пожаловать в Галактику, голубоглазые девочки. Здесь ты будешь чувствовать себя как дома, как будто ты на своей планете. Спасибо, сеньор Ларри. Откровенно говоря, мне бы не хотелось беспокоить. Нет, дорогая, чем ты можешь нам помешать? Здесь ты никому не будешь в тягость. Подружка голубоглазые девочки всегда самая желанная гость у нее на планете. Так что не волнуйся. И когда появится друг... Тебя отведут в орбиту. Ларри, слово твоего друга Ларри. А вот друг, мажордом.
Наконец-то он появился. Посмотрите, у нас в гостях подружка Марии. Извините, что я к вам пришла. Вы, наверное, меня помните. Я Мария, подруга Селесты. Я жила в пансионе. Да, я вас помню. Мне очень жаль, но нам сейчас не до гостей. Я не могу принять вас, как полагается, как это у нас принято. А я так для чего? Вы же сами говорили, что я могу вас заменить. Да, говорил. Вот и ладно. Подружка Мария, сейчас ты пойдешь со своим другом Ларри. Мы подзаправимся, заменим аккумуляторы, потому что после этих межгалактических полетов совсем не сильно. Так что летим на кухню. Идем, идем, не отставая от своего Ларри. Зарядим аккумуляторы и отправимся в новые межпланетные путешествия. Черт возьми, Дон Патрисио, как я рад, что вы приехали. Что за чудо? Мануэль не предупредил, что вы сегодня приедете. Да, нам пришлось приехать без предупреждения. Дону Патрисио очень плохо. Как видите, он не может вам ответить. А что случилось с моим патроном? Он делает мне какие-то знаки? Может быть, он хочет мне что-то сказать? Да, идиот. Эта мерзкая старуха меня похитила и привезла в мою же усадьбу. Я вам сказала, он очень плох. Ему недолго осталось, бедняжке. Думаю, он не дотянет и до Рождества. Вот увидишь, старуха. Я дотяну и даже понянчу своего правнука. Оставьте лучше нас. Только я его понимаю. Да, пойдем, Хуа. С вашего позволения, Дон Патрисио. Ты пытался что-то им сказать, старая рухлядь? Не смей больше этого делать. Мерзавка. А ты пройди по этому коридору и отключи радиосвязь. Вторая дверь справа. Да, сеньор. Как же я теперь позвоню своей внучке? Господи, это особо еще опаснее и ранее Ярасио. Начинай считать свои дни, подлый старик. Каждый твой прожитый день будет ознаменован новыми мучениями. Ты отплатишь мне за то, что унижал моего Тиберио. Готовься! Что скажешь, если мы сыграем партию в шахматы? Я поставлю тебе шахмат. Дон Патрисио, разве ты не любил шахмат? Мерзавка. А если я засуну тебе в ухо эту фигурку? Ну, поставь мне теперь шах. Давай, подлый старик. Старая рухлядь. Отсюда не убежишь. Что? Вы с ума сошли, Орасио? Как вы додумались притащить ее сюда? Конечно, мне следовало предположить, что за всем этим вы и ранее. Замолчи, дура. Отпусти ее, отпусти. Она единственный человек, который может привести нас к деньгам. Только это имеет значение, только это. Я не стану ее здесь терпеть. Не желаю ее видеть. Иране, что там происходит? Иране. В чем дело, дорогой? Что это за крики? Ничего особенного. Нет, это не он. Это тоже не он. Это не он. Подлец, который хотел убить моего друга. Ты сгниешь в тюрьме, скотина.
Успокойтесь, гражданин. Мама, Самарио между жизнью и смертью. Я должна дать разрешение. Она права, сеньора. Надо оперировать немедленно, иначе будет поздно. Ладно, дочка, твой папа обещал взять на себя все расходы. Делайте операцию, доктор. Доктор, пожалуйста, спасите его. Спасите моего Самарио. Не дайте ему умереть. Я обещаю сделать все, что в моих силах. А ты молись, молись, чтобы твой жених остался с ногой. Хочу, чтобы он выжил. Остальное меня не волнует. Мне достаточно этого. Спасите его. Успокойся, я распоряжусь, чтобы его привезли в операционную. Идите, доктор, пожалуйста. Мама, папа правда даст денег. Он оплатит операцию. Дочка, я не знаю как, но он обещал достать деньги. А если он сказал, значит сумеет. Успокойся. Самое важное – это нога, Самарио. Да, Терсиапелла, мне нужны эти деньги наличными. И немедленно. Ты хочешь сказать, что принимаешь меня в партнёр? Да, но только наполовину. 50-50. Но ты немедленно поедешь в банк и снимешь деньги. И еще я прошу, чтобы ты сама оформила все документы, потому что мне нужно заниматься другими вещами. А если я подпишу документы на половину бара, я буду иметь все права? На все? Подлец, убийца, я тебя убью. Ты пытался меня убить, ты сгниешь в тюрьме. Успокойтесь, я не успокоюсь. Не увижу его мертвым. Не успокоюсь. Официально он только подозреваемый. И вы не можете вершить правосудие. Подозреваемый? Опять вы за свои сказки. Разве он только подозреваемый? Знаете, что он хочет? Он хочет меня убить. Он изнасиловал мою девушку, искалечил моего друга. Какой справедливости вы мне говорите? Об этой я такой не хочу. Не хочу. Понятно? Не хочу. Скажешь хоть слово или начнешь шуметь, я прикончу твоего мужа. Понятно. В чем дело? Я слышал крик. Почему ты кричала? Да нет, я не знаю. Я не кричала. Черт возьми, кузен. Твоя жена вечно кричит. Разве ты ее не знаешь? Нет. Я ее не знаю. Я ничего не помню. Я ничего не понимаю. Что ты за врач? Какая у тебя специализация? Почему ты не устроил мне обследование? Почему? Послушай, амнезия сделала тебя недоверчивым. Скажем так, у тебя есть паранойи. Вы от меня что-то скрываете. Кто там за дверью? Никого, только сеньора, которая пришла убираться. Что вы скрываете? Кто там? Сантьяго. Más de lo que
Mejor que no lo intentes con...